У природы нет плохой погоды. Соглашаться ли с этим – дело каждого, но готовыми к ее капризам должны быть все. Какие синоптические новости приготовили для нас метеорологи на среду 16 ноября – об этом расскажу вам я, Олеся Вайнер. Здравствуйте! Грядущий день в Украине обещает быть пасмурным. Осадки выпадут практически в каждой из украинских областей. И лишь в нескольких городах солнцевая злива будет выглядывать на короткое время. Дневная температура воздуха по стране в среднем не превысит 2 градусов тепла. Но обо всем по порядку. И начнем мы по традиции с центральных регионов. Здесь суточные температурные показатели составят от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Помимо ночных, а также утренних часов в Черкассах и Кропивницком, облачность будет сопровождать жителей региона на протяжении всего дня. В Полтаве утром предвещается туман, а днем и вечером возможен мокрый снег. На юге страны термометры за сутки покажут от 0 до 6 градусов со знаком «плюс». Облака, которые будут царить на южном небосводе в течение всего дня, принесут осадки в виде ночного и мокрого снега в Херсон и Одессу, а в Симферополе прольются дождем в дневные часы. Местами возможны прояснения. 16 ноября в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи. Благодаря работе более 250 тысяч сотрудников сокращаются расстояния между сотнями городов и миллионами людей. Вдохновение любви вам, хорошего настроения и позитива при любых жизненных обстоятельствах. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах минус 8-0 градусов. Ночь в регионе выдастся туманной, а с самого утра местами пойдет снег. Днем во Львове прогнозируется дождь. В вечерние часы повсеместно предвещается небольшой мокрый снег. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до 7 градусов мороза, а максимальная дневная достигнет нулевой отметки. С ночи до позднего вечера в Чернигове, Сумах и Житомире попеременно предвидятся осадки в виде тумана и снега. Местами в вечернее время возможна метель. На востоке страны также холодно и сыро. В основном в регионе будет наблюдаться облачность, но местами во второй половине дня восточный небосвод полностью прояснится. За сутки местные термометры покажут от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. Наши предки верили, что приближение сильной стужи предвещали низкоплывущие облака. Проявим свою наблюдательность и не дадим природе застать нас врасплох. И подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от минус 3 до 0 градусов, а днем на них можно будет увидеть от минус 2 до 0. В Луганске и Алчевске в ночные и дневные часы прогнозируется мокрый снег и облачность на протяжении всего дня. А вот в Северодонецке легкие облака будут присутствовать только до обеда. Днем и вечером небо в городе обещает быть ясным. В Донецкой области ночные температурные показатели составят минус 3-0 градусов, а в полуденные часы предвещаются от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Жителям Мариуполя стоит приготовиться к ночному и утреннему дождю, а также к мокрому снегу после обеда. В Донецке осадки в виде мокрого снега выпадут лишь ночью. Но день в городе будет облачный. В Славянске небольшие облака пробудут до полудня. Затем небосвод порадует горожан своим ясным видом. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от минус 3 до 0 градусов, а в дневное время минус 2 плюс 4. Днепр и Кривой Рог утром окутает туман, а днем в этих городах возможен мокрый снег. Павлоградцы после облачной ночи с утра смогут наблюдать во второй половине дня чистый небосвод. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 3 до 0 градусов в Киеве осадков не предвидится. Но солнце, которое в первой половине дня будет периодически показываться на столичном небосводе, днем и вечером скроется за густыми облаками. Вот такой же немного зимний выдастся среда 16 ноября. Крепкого вам здоровья в эту холодную пору. До встречи в нашей студии.